Архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай призвал прихожан в вербное воскресенье и на Пасху молиться дома и не посещать храмы. Церковные богослужения из Новоуренгойского храма Богоявления Господня будут транслироваться онлайн. В преддверии двух великих православных праздников архиепископ призывает верующих в ближайшей неделе, а также на пасхальной церемонии оставаться молиться дома и воздержаться от посещения храмов. Церкви при этом продолжат богослужение. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с наступающим дунадесятым праздником входом Господень в Иерусалим, который в простонародье называется у нас вербным воскресеньем. Этот день особо радостный такой, вот празднуется, подготавливает на встречу святых дней Пасхи. Но нам надо не забывать о том, что сохраняется режим самоизоляции, ограничен выход на улицу для того, чтобы можно было сохранить здоровье свое и своих близких. И это является самым важным, потому что здоровье – это дар Божий, который мы должны хранить и за который тоже будем отвечать перед Богом. Владыка Николай также подчеркнул, праздник вербного воскресенья отмечается не освящением вербы, а молитвенным предстоянием перед Богом, которое можно совершить и дома. В епархии просят прихожан с пониманием отнестись к этой временной мере. Она связана с эпидемией коронавируса, которая стала испытанием для жителей всего мира. Чтобы остановить распространение болезни, в округе объявлен режим самоизоляции. Для того, чтобы побывать в храме на православные праздники, не нужно выходить из дома. Богослужение можно будет смотреть в прямом эфире на канале окружной телекомпании «Ямал-регион». А 11 апреля, в субботу, состоится онлайн-трансляция службы из Георгиевского храма нашего города. Присоединяйтесь к группе Лабытнанги ТВ ВКонтакте в 16:00. В воскресенье 12 апреля с 9 часов смотрите телеверсию богослужения на нашем сайте, либо на канале Лабытнанги ТВ в Ютубе или ВКонтакте. Повтор телеверсии выйдет в эфир в 14 часов.